моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия, и вы на моем канале. Это видео хочу начать с благодарности всем моим подписчикам. Вас уже больше, чем 20 тысяч. Хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за комментарии, за красивые, хорошие, добрые слова, за адекватную критику некоторым. Мне очень-очень приятно ваше внимание, поддержка и ваши лайки, естественно. И, конечно же, буду рада всем-всем-всем подписчикам на моем канале. Спасибо вам большое! А сегодня в этом видео хочу вам показать вот такой вот дизайн с такими лепесточками. Для начала я перекрою от Perfect Summer белым гель-лаком. Он у меня идет под 46 номером. Ставим лампу, перекрываем во второй. Ставим в лампу. На палитре у меня несколько гель-лаков. Светло-зеленый, потемнее, желтый, черный, прозрачный. И вот этими цветами мы сегодня будем рисовать наши лепестки. Мне понадобится вот такая вот кисть. Ссылочку на все я оставлю в описании. Ставим в лампу. В лампу. В лампу.
в лампу, перекрываем матовым топом. И ставим в лампу. В лампу. В лампу. В лампу. Ставим в лампу. Затем перекрываю глянцевым топом. И ставим опять же в лампу. Первый дизайн с матовым топом у нас уже просох. Мы сейчас берем гель-краску без липкого слоя белую. Делаем небольшую прорисовочку. В лампу. Когда наш ноготок подсох, мы снимаем липкий слой, у кого он липкий, и сейчас также сделаем небольшую прорисовку. Ставим в лампу. Вот такие вот листочки у нас получились. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Еще раз вам большое спасибо за ваши подписки, за ваши лайки, комментарии. За все-все-все вам спасибо. И это видео не исключение. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в Инстаграме и до скорых встреч. Пока-пока!